Трус не играет в хоккей. В доказательство этому не побоялись морозов и вышли на хоккейный корт ленские и мирнинские спортсмены. В течение 2 дней на льду шли хоккейные баталии. Участие в турнире принимали как взрослые, так и совсем юные начинающие спортсмены. О том, как проходил рождественский турнир расскажут мои мирнинские коллеги. Первый день на лед вышли 3 взрослые команды. В этот раз хозяевам корта реальную конкуренцию создали гости из Мирного. Проводим турниры рождественские. Пригласили команду мирян, Пелидуй. Пелидуя маленько не получилось с приездом. Ну, все же миряне приехали. Но встреча с мирнинцами не увенчалась успехом. В финальной игре ленская команда уступила со счетом 8-3. Это показало, что опыта у хозяев турнира пока немного. Ведь хоккей в Ленске начал развиваться совсем недавно. Куда больше шансов на успех у тех, кто только пришел в хоккей. Сегодня в секции занимается 60 юных спортсменов. Буквально год назад многие из этих ребят впервые вышли на лед. А сегодня они пытаются играть на равных со взрослыми командами. Пусть дети развиваются в спорте, живут в нем, ну и будут людьми, настоящими людьми. Играли дети и между собой. Воспитанников секции разделили на 2 группы. Именно во время соревнований вырабатываются профессиональные навыки и умение играть в команде. Я ожидаю от них много эмоций, мы победим. И, ну, потому что мы более настроены, может быть, больше играем в пас. Совсем молодая федерация хоккея была отмечена во время церемонии награждения на балу чемпионов по итогам 2016 года. Это стало значимым стимулом для ее дальнейшего развития. Дмитрий Вельчевский, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».